Хай-хай-хай, дорогие друзья! Королева российского спорта. Прыжки в высоту. Соревнования вынесены за пределы стадиона. Подиум установлен в историческом центре Екатеринбурга. Прыжки в высоту. Финал. Полетели. Планка установлена на высоте 1,80 м. Александра Ярышкина. Первая попытка. Справляется с этой высотой. Личный рекорд Александры 1,94 м. Аделина Андреева представляет Московскую и Самарскую области. Первая попытка. Никаких трудностей. Успешно преодолевает высоту. Кристина Королева, первая попытка. Кристина представляет Липецкую область. Успешная попытка. Кристина Королева, серебряный призер чемпионата России 2023 года. Мария Лосицкене. Первая попытка. Молодец, все получилось. Мария Лосицкене провалила выступление на чемпионате, показав результат 1,86 м. Следующий рубеж 1,85 м. Александра Ярышкина своей попыткой открывает новый рубеж.
В этой попытке не получилось преодолеть высоту. Чемпионка России Мария Качанова. Первая попытка. Отлично, преодолевает 1,85 м. Чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова. Первая попытка. Успешная попытка. Карина Демидик, белорусская спортсменка, первая попытка. Очень красиво гости из Беларуси преодолевают эту высоту. Заключительная попытка Александры Ярышкиной на высоте 1,85 м. Александра Ярышкина выбывает из борьбы с результатом 1,80 м.
Планка подтянулась уже к серьезной высоте, 1,88 м. Татьяна Ермаченкова, первая попытка. Молодец, Татьяна вплотную приблизилась к своему лучшему результату в этом сезоне – 189. Попытка Аделины Андреевой. Отлично, и Андреева тоже с первой попытки берет этот рубеж. Мария Качанова, 1,88 м, вторая попытка. Другое дело. Со второй попытки преодолевает рубеж. Мария весь сезон по какой-то причине прыгала с закрытыми глазами. Карина Демидик. Первая попытка была неудачной. Красивая попытка. На хорошей скорости перелетает планку. Кристина Королева максимально сконцентрирована перед второй попыткой. Молодец, отличная попытка Кристины Королевой.
Вторая попытка Марии Лосицкене. Очень хочется увидеть реабилитацию Марии за провал на чемпионате. Молодец, во второй попытке повторила результат чемпионата. Уже серьезная высота, 191. Карина Демидик, вторая попытка. И в этой попытке не получается. Было видно, что она не готова к прыжку. Вторая попытка Кристины Королевой. Вот так. Главное поверить в себя. Кристина становится лидером. Сто девяносто один. Мария Лосицкене. Вторая попытка. Короткий разбег и результативная вторая попытка. Третьи попытки на высоте 191. Аделина Андреева. Аделина завершает соревнование.
Карина Демидик, решающая попытка на этом рубеже. Совсем другая попытка. Воспользовалась последним шансом и продолжает борьбу. Сто девяносто три. В секторе остаются три спортсменки: Демидик, Королева и Лосицкене. Первые попытки для всех спортсменок оказались неудачными. Мария Лосицкене, вторая попытка. Почти взяла эту высоту. Пока неудача. Сто девяносто три. Карина Демидик. Третья попытка. Карина показывает настоящий спортивный характер. Вторую высоту преодолевает в третьей попытке. Если Кристина Королева сейчас берет эту высоту, то она становится лидером по попыткам. Берет этот рубеж и становится лидером. Для Кристины это еще и личный рекорд.
195. Мария Лосицкене переносит свою попытку на эту высоту. Момент X для Марии Лосицкене на этих соревнованиях. Мария заканчивает соревнования с третьим результатом. Возможно, это закат спортивной карьеры. Карина Демидик, 195, заключительная попытка. Нет, и она остается на второй позиции. Заключительная попытка Кристины Королевой. Кристина Королева становится победителем с личным рекордом 193, а Мария Лосицкене не смогла реабилитироваться за провал на чемпионате. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя и своих близких.